За гражданскую активность будут поощрять. Те, кто придут первыми на избирательные участки, получат подарки. Также приятный сюрприз ожидает и тех, кто будет голосовать впервые. Правда, что именно собираются дарить, пока остается в тайне. Об этом рассказал сегодня председатель городской избирательной комиссии города Астаны Игелик Жалбиров. По его словам, все затраты на поощрение граждан взяли на себя спонсоры. Избирательные участки готовы, материально-технические, значит, организационные и финансовые вопросы решены. Значит, участковые избирательные комиссии, районные избирательные комиссии, значит, провели семинары, обучили мы их. Значит, завтра, 26 апреля, они готовы, значит, работать, принимать избирателей, значит, и провести, значит, подсчет голосов.